Всем здорово, народ! С вами, как всегда, клоун обезьянный носок. И, ребята, это битва за тачку, либо же прячущий в GTA 5. Всем кул! Здорово, клоуны! Да. Короче, пока ни хрена носок себе кукует... Да я вам сказал. Короче, погнали давай. А, ну что ж, как всегда, по старой традиции, Ванёк прятал от нас тачки, куда он в этот раз будет интересно узнать. Кинуть. Так, я уже скинул. Шляпу ты прошляпил. Так, фотография. Откройся, пожалуйста, и... Оу. Честно, так. ХЗ. Ну, знаешь... Рили. Это Сэнди Шорс, что-то бомжовское? Да, я вот у меня тоже либо такая мысль собой... первая, что это где-то там, за городом, но... Там, так ли это? Там, где-то там, О, Султан РС, можно мне... Такое, слушай. Короче, ребят, не забывайте, что вы можете также участвовать в поисках. Пишите в комментариях, если есть идеи, где это может быть. Охренеть, что там взорвалось? Я. Прям под задницей, прям бомбануло. Но тут на самом деле пальцем в небо. Ну, на самом деле, вот примерно прикидывают такие места, и это может быть либо опять-таки район, где у нас коровники, вот туда, да, направо, либо же, короче, это реально вне города. Я даже лайк поставил. Я только сейчас заметил. Так, у меня реконнектит от сервера. Вообще клево, я пешком иду без машины. Какого хера? Короче, ребят, у нас технические проблемы были. Я улетел с сервака, но я вернулся. Обещал вернуться. Вернулся, чтобы забрать байк. Карлсон. Ой, а, смотри, меня бот везет. Кого там пукан взорвался? Меня бот вез, короче, на байке только что. Серьезно? Так. Бот, братан, братишка? Что-то мне это не нравится. Мне не нравится такой, короче, закос. Короче, я не знаю, что это за место на фотке, потому что если смотреть по фотке, то это какая-то закрытая территория, там запрещена съемка, и это съемка прям запрещена. Плохо. Съемка запрещена. Съемка запрещена. Камеру вырубаем. Так, короче, я предлагаю вторую подсказку. Вторую? Потому что прям плохо все. Уверена? В Сэнди Шорсе я вообще не уверен, что есть такая территория, где запрещена съемка. Там, в принципе, всем насрать. Давай. Поэтому, мне кажется, это все-таки где-то город. Что-то такое. Вторая. А, это у Лестера, может быть. Его гадюшник, кстати. Тот район. Ну... Мусорка, пандусы. И сортир. Что за башенка справа там или что это за здание? Это сортир. Нет, выше сортира. Видишь, там... Какой-то фасад такой круглый. На самом деле, дерьмовый дом. Ага. И ракурс съемки тоже не очень. Вообще идея ноль. Вот серьезно. И тамада такой себе, да? Да, и тамада тоже такой себе. На самом деле, что-то реально, где может быть закрытая зона с сортирами? Мне кажется, это Лестер, психопат. Здесь снимать нельзя. Здесь снимать нельзя, да. Он это, себя... Ну, как бы снимать сортир такой себе реально, но... Ну, частная жизнь, как бы, нарушение. Так, пацаны, они у вас здесь? Вполне похоже, потому что, может быть, и такой странник. Хорошо взорвать все, и так игра прыгает, как так, не знаю что. Так плохо, да? Да. Братишка. Так, я нашел табличку, между прочим, что съемка здесь запрещена. Да это... Камеры вырубай! Это как табличка «Осторожно, злая собака», знаете, там тоже. Хотя нет собаки никакой. Да, я думаю, что надо еще нам одну. Все, третья нам надо ее. Так. Окей. Третья пошла, зайдет ли она? Вот в чем вопрос. Чё, это у военных? Ангарик? Жупишарик. Ангарик? Синий ангарик? У военных такой есть вообще? Я вообще не знаю таких ангаров маленьких. То же самое, братан. Сейчас... Вообще ноль, вот реально ноль. Зеро, да? Но... Аэропорт какой-нибудь? Аэропорт. Так, а у этих был ангарик где-нибудь? На заднем дворе что-то внимание обратил. Ну, у меня пока нет идей, если честно, Юрчик. У меня есть еще несколько идей. Такой закругленный ангарик. Вот только ангариков я реально не знаю. Ну ладно, я поеду, короче, туда. Я к военным. Нихера, ты охерел на Бугатти кататься? Мне там можно, я же не ищу. На Бугатти Чирон 19-го года гоняет тут вообще. Фига, ладно, я демон тебя возьму. Жесткий, да, жесткий пацан. На самом деле, что-то вообще, по идее, у меня прям ноль, маленький куда синий ангар, круглый. Ну, вам все расскажу, да покажи. Вот покажи его. Тетка прям посреди дороги вышла из машины и пошла пешком. Посреди дороги. А че бы нет? Пробкин доехал. Запарилась ехать, да? Ну, эти пробки, все, я пешком. А, о, Ваня. Что, скидываешь я подсказку? Ну, так и да, потому давай. Что как бы... Ну, уже сейчас будет. Наше расследование попало в тупик. У меня всего две осталось, одна из них уже вот совсем палевная.
Какая-то вышка. Это насыпь. Что, доки, что ли? Вышка. Хотя... Ангарик. Такая вышка и тут, по-моему, есть. Где-то. И два ящика еще сверху. Мы хоть в том районе, нет? Не. Королева танцпола. Че, прям вообще настолько плохо? Да. Это что, доки, что ли? У меня еще одна осталась, там уже по небольшой детали вы точно поймете, где это находится. Я так, ну доки. Давай пока подумаем, потому что... Что еще остается? Ну, да, думаю. Просто, блин, желтый забор вокруг стройки с насыпью, сортиром. Еще ангар закруглённый. И ангар. Вот ангар я вообще его привязать не могу никуда. Я вообще не понимаю, доки, откуда. А ты можешь ламесу чекнуть. Разделимся. В доках нету ангарика такого. Ты уверен? Хотя... Ты прям идеально GTA 5 знаешь карту? Ты уверен, братан? Ну просто в доках мы постоянно как бы ошиваемся, нет-нет, и... Трёмся, да? Мне кажется, ангарик-то запомнился бы. Maybe, baby. Что-то жестко ты спрятал сегодня. Ну, он опять такой. Проехал на своем бугайте. Слишком жесткий, братан. Я уже второй круг здесь наматываю. Такая вышка, где желтые ножки, да? Нижняя часть, а вверх белая. У меня нет больше подсказок, пацаны. Это последняя подсказка. Да? Да. Ну ладно, давайте я сейчас сделаю для вас еще одну подсказку. Я тупо катаюсь, еще ангарик. Да где это? Потому что ангарик... Я сделаю это скриншот, я сделаю, сидя в машине. В той прям? Да. Не в той. Отправляю последнюю подсказку? Да давай, в принципе. Скину. Гулять так, гулять. У меня так только что связь попала, что там было немножко по-другому. По крайней мере, лять там точно была. Гулять? Да бот, саны. А, подожди, это порт там что ли уже видел? Блин, я понял где это. Я понял где это. Пальмы парами на берегу, ча-ча-ча. Я понял это где? Подожди, вот но здание. Я по мосту разве... еду, вижу это здание, вот это кремовое или что это. Я, короче, понял, что это за место. Меня это, с моста короче, съезжать. Фига тут аэропорт, круг. Да? А можно через F2? Где у нас дерби? Где у нас дерби, короче, да? Это место. Плюс-минус, братан. Немножко вправо, там небольшой пирсик такой где есть. Где-то пирсинг. Ну, типа ты же пирсинг. там же все понятно, там все видно, Юрка. Там здание вижу, тут надо контейнер только найти. Но я далеко. Подожди, да, наше дерби я проехал. Дальше. А нет, вы примерно одинаково. А нет, Юр, а нет, Фанни очень близко. А где ножки куриные эти вышки? Я так и не нашел ее. Подожди. Ну я далеко до дерби ехать. А что за ангарик мне больше всего интересно? Вот реально, вот больше всего мне интересно посмотреть на ангар. Это не ангар. Это вот эта хрень, да? Так я тут уже. Это вот эта хрень. Это собака, это не ангар. Это и ангар, как бы, просто маленький ангар. Я приехал. Я тоже приехал. А ты где, братан? Я не вижу машину. Подожди. Что за контейнер яркий? Подожди. Ебой! Мустанг старый, да, как да, прокачка да, Гордея да. Было. Ничего себе. А где? Вот, тут контейнер жестко пялится. Так, в Бугатти вижу. Палится, короче. А, вот. А я там в начале был, где он фоткал. Офига, на самом деле, далеко оттуда, конечно, закинул. Не, ну фотки отсюда были сделаны тоже. Ну, у меня здание вот это из аэропорта спалило. Это отель там, да, какой-то? Вот контейнеры отсюда. Я в конце понял, вот по этому желтому зданию, да, Big House. Я вот по нему понял, что это пирс вот этот маленький. Окей, ребят, окей. Короче, Фаня у нас нашел машину первую. У него три попыточки, но я нашел второй. Все-таки я был рядом. Тогда у нас в зоне по две. Давай спавнить рандомно тачки, собственно, на вот сюда вот, да? Давай, да, вот сюда. Руль? Давай, начинай. Нет. Так, рандом, да, говоришь? Да, так, давай, крути. Спавню на рандом, рулетка, да? О! А Сирис? Да ладно! Ой, она если пропадет, да, я ее в датабейс добавлю. Ой. Я ее в датабейс добавлю, братан. Золотой самолет, специально для меня. Ой! Все, у меня... Сразу две машины, там ведро и метовская, выбирай. Я Сирис беру, братан. Ладно, я спавню. Так, давай. У меня это Сирис же? О, ну, кстати, неплохо. Самолет. Че вы все летчики? Зенитчик, летчик сразу. Тихо. Это считается? О, ну да. Веселый бы этот дровосек. Я вот этот самый мощный, да? Ну да. Так, да. Так, ну и остаюсь я, ребят. Так, сейчас я уже определюсь, куда нажимать. Еще какой-нибудь танк сейчас заспавнишь. Ну, давай рандом. Такое. Чё? 7B, пацаны. Это... Конечно, нас шлифует, как не знаю кто, но это уже хорошо. Да. Окей, качаем тачки, ребята, и погнали сразу на драк. Go.
Что ж, ребята, первое испытание, драк, мы уже готовы. Здесь у нас 7B, Осирис и непонятно что. Да. Раллиная тачка, не понял, как она называется. Росса какая-то. Так, вы готовы? Давай. Раз, два, три. Давай, Сирка! Офигеть, я слепую, Осирка, чё? Сирка, давай. А ты ж меня по максималке сделать, походу. Да, ну, да. Осирис, вот, на самом деле, это очень достойная тачка. Она для скилл-тестов четкая. Ты, кстати, меня потихоньку догоняешь. Я тебя не догоняю. 170. 170 только сейчас. 175. 178. Догоняешь, 180. Но нет, 180. Не, не догонь. Ой, все уже. Финиш. Офигеть. Ну, Осирис, короче, всегда был хорошей тачкой, да, на уровне Зенторна. Я помню, как скилл-тесты просто Т-20. Проходил лютые на них. Да, Т-20 еще тоже машинка очень даже хорошая. Ладно, ребята, здесь балл достается Фанни, а мы идем на следующее испытание. Это прыжок веры. Что ж, ребята, Верунчик, испытание, где чисто решает рандом очень много. Поехал. Поэтому давайте. Со шлейфом таким. Да, господи, чё с 7B? Она вообще шлифует люто. Ой, меня обратно подкинул. Ай. Хитряк. Да. У меня балл опять. Мне, да, немножко подтолкнул, но этого было мало. Окей, ребята, Осирис-то, да. С Осирисом, конечно, спорно. Да, с Осирисом, Осириса, короче. Ладно, ребят, второй балл за Фанни, а мы идем на дерби. Ну что ж, ребята, чтобы не затягивать дерби, у нас у всех по одной жизни, поэтому кто останется в финале, тот победил. Раз, два, три, погнали. Воу. Так и знал, что ты ко мне сейчас будешь ехать, хлопчик. Да я вообще не еду, я шлифую. Юрка, Юрка, ты куда? Ваня, Ваня! Че, Ваня, Ваня? Ваня, 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 Ваня. На самом деле, Осирис здесь самая страшная машина. А че, ковщик, что ли? Как на P1 GTR, типа, ты упал? Нет. То упало, то... Пропал. Господи. Давай, лови его. Лови я его. Я просто кругами езжу и все. Я тоже. О, фига себе. Так, рокировочка в разные стороны, поехали. Да, ты понимаешь, при всем желании, чтобы заехать ему в бочину, надо еще развернуться успеть. Это вообще, что 7B, я не понимаю. Да. Давай! Твою за ногу. Просто ты просрал свой шанс, мне кажется. Целиком и полностью. Ну, Фанни, на самом деле, просто перетолкать достаточно. Ой, ну, Осирис... Васька! Васька. Осирис, Васька. Так, я хотел не затягивать, в итоге что-то затягивает все равно. Давай-ка, давайте, решайте. Чё? Чё? Да-да-да. Ты что, там крылом задел его, что ли, задел? Не знаю. Что-то интересно получилось. Слушай, ралли такая маленькая на фоне Осириса вообще. Да-да-да. Табака! Табака? Да. Собака, табак. Маленькая лошадка. Ёб твою мать. Слушай, у тебя машина на лодку похожа. Да что у тебя с пингом? У тебя то ли текстуры у тачки, что-то какая-то странная. Я толкаю. Да, да, да. Хотя текстур, по сути, здесь быть не должно, каких-то таких багованных. Домой. Смотри, что делает. Сам уехал, сам уехал. Осирис имба просто. Короче, Осирис разрывает задницу, я предлагаю ему прыгнуть с трамплина. Может, хоть там у него балла там не получится. Что ж, ребята, финал! И, собственно, Фанни, давай уже, проиграй, достал. А чё, у меня 3 балла, что ли, эта тачка? А, еще за поиск. Эй, Ваня, чё творишь? Молодой! Красиво. Красиво, но бесполезно, я чувствую. Ну, езжайте тогда первый. Так, ну я еду... Хреново. 300. Чего? Ты там что там сзади дрифтуешь, что ли? Я скорость просрала. Просто, какого хера? 300. 312! 370. 380. Это когда Симби стала такой беспонтовой просто. 320, но я в самом начале скорость потерял, потому что с Ваней. Офигеть, Дони маленький, легкий, улетел еще хорошо. Понятно. Я-то думал, Симби тащит. Бал престижа, Ваня, да? Лучше бы ты прыгнул на том грузовичке. Да-да-да. Короче, ребят, да, Осирис все-таки как был и бой, так и остается. По меркам GTA 5, в общем-то, да. Здесь все ясно. Мало того, Фанни нашел тачку, поэтому он сегодня практически абсолютный победитель. Еще бы здесь балл забрал, так вообще в сухую. Посмотрите на мой угарный перец, что? Такие два глаза. Тебя раздели, да. Жук такой, реально. Рак отшельник какой-нибудь. Что ж, ребята, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Всем спасибо и всем пока. Пока-пока. Да, в натуре, ну-ка дай гляну.